Друзья, уже несколько лет существует программа «Дальневосточный гектар». И согласно государственной логике, вскоре должны появиться ролики о том, насколько успешно реализуется эта программа. Итак, где-то в Приморской тайге. Ну что ж, ровно 6 лет назад здесь появился первый переселенец. Николай, здравствуйте. Кайф. Сколько вы сказали? 6 лет? Ёлки-палки, ты что, засечки неправильно ставил? Кайф. Нам известно, чтобы перебраться сюда, вы продали квартиру в центре Москвы. Но скажите честно, не жалеете? Да ну, о чем мне жалеть? Там в Москве городской грязный воздух, а тут чистый воздух. Там в Москве метро, а тут чистый воздух. Там в Москве рестораны, кинотеатры, веселье, а тут чистый воздух. Кайф. Ух ты, ёлки-палки, можно потрогать. Вау, кайф. У меня такая же была. Вы что, руку потеряли? Да боже упаси, просто с медведем совершил дружеский обмен. На что? На жизнь. Кайф. То есть, получается, вы здесь живете в полном одиночестве? И что, с ума от этого не сходите? Ну, знаете, первое время было сложновато. Все нормально, парни, это свои. Вы что, говорите с комарами? Проявите уважение, вообще-то у них имена есть. Это Коля, Славка, вон Димон полетел. Не знаю, может быть, не Димон, постоянно их путаю. Знаете, странная фигня, вот сколько бы раз я их не убивал, их всегда три. Кайф. Ну а почему вы постоянно говорите слово «кайф»? Понимаете, просто тут обезболивающих нет, а мысли материальны. Кайф. Ребята, я вас обманул, вы что, поверили мне? Ребят, на самом деле у меня за бугорком там стоит шикарный дом. Жена моя пироги напекла. Оператор, иди сбегай, подсъем сделай. Давай. Сколько мест в вертолете? 2. Кайф, полетели. А как же оператор? Да вы не парьтесь, я сюда год назад так же попал. Пошли давай. Во время Олимпийских игр все внимание нашей страны было приковано к успеху наших фигуристок. А тем временем тренер Этери Тутберидзе уже начала подготовку будущих олимпийских чемпионок. Молодцы, девочки, молодцы, улыбаемся, тянем ножку. Молодцы, мои чемпионочки. Слушайте, скажите мне, какое главное правило нашей школы? Не пейте с кружки дедова ливой. Верно. На этой олимпиаде уже был пятерной тулуп. Поэтому на следующую олимпиаду от тебя требую шестерной, а тебя восьмерной, а тебе, Кузнецова, нужно научиться летать. Этерия Георгиевна, а почему у вас на шее такой странный ожог? Потому что у Этерии Георгиевны аллергия на серебро. Этери Георгиевна, мы в садик записались. Теперь к вам хотим. Вот видите, женщины, вам уже 9, а в ваши дряхлые спинки уже дышит подрастающее поколение. И поэтому мы будем тренироваться так усердно, что вы будете рыдать от усталости. И из ваших слез можно будет залить новый каток. Почему так сложно? Девочки, да вы поймите, чтобы бриллиант засиял, алмаз нужно обточить. Поэтому все, тренировка у вас на сегодня закончена. Идите спать, следующая тренировка у вас через 15 минут. Запускайте следующую группу. Ну что, щенки, сейчас я вас быстро научу, как побеждать на льду. Вот и все. Наша домашка уже история. И как же приятно сознавать, что в будущем молодые поколения КВНщиков будут это пересматривать и говорить. Не, но если у них получилось в 1/4 пройти, то у нас точно все шансы есть, Виталя! Океан, спасибо.